Последний раз здание, построенное в конце 19 века, ремонтировали 10 лет назад. Сегодня все 11 отделений полностью обновлены. На это из областного и федерального бюджетов было выделено 20 миллионов рублей. Здесь полностью отремонтировали палаты, процедурные и перевязочные. В каждом отделении оборудован буфет, отремонтированы туалеты. Проделанной работой довольны и врачи, и пациенты. Все нравится. Нам тут все нравится. Очень хорошо. Лечит нормально. Лечит нормально, обслуживание прекрасное. Также Юрий Берг осмотрел новое оборудование. 58 миллионов рублей было потрачено на томограф, офтальмологическое и реанимационное оборудование. Ремонт в детской клинической больнице длился больше года, но свою работу медики не прекращали ни на минуту. Губернатор Юрий Берг в целом проделанными работами остался доволен. Ну, сделал нормально, конечно. На все денег не хватило, я имею в виду, на какое оборудование, я имею в виду инвентарь, там, тумбочки, шкафы, там, ну, те же холодильники стоят старые, которым по 100 лет валят. Поэтому, ну, будем смотреть и помогать в этом деле.